Примерно в 14 часов 30 минут из дежурной части МВД России по городу Магадану в следственный отдел поступило сообщение о положении двух трупов мужчин в Магаданской областной больнице. В настоящее время следователям следственного отдела по городу Магадану производится осмотр места происшествия кабинета заведующего урологического отделения. В настоящее время уже в этом кабинете обнаружены два тела мужчин. Один из них заведующий отделением, другой бывший его пациент. Оба тела имеют огнестрельные ранения. Значит, до настоящего времени осмотр продолжается силами сотрудников полиции и следственного отдела по городу Магадану. Все. Кроме этого, могу сказать, что тела фактически обнаружили сотрудники МЧС, которые были вызваны для того, чтобы обнаружить врача, которого потеряли, которому звонили на сотовый телефон, и по звуку звонка сотового телефона узнали, что телефон находится в кабинете. Сотрудники МЧС через окно проникли в кабинет, обнаружили два тела и изнутри открыли кабинет, сообщив о произошедшем. Второе тело, это тело пациента, да, личность в настоящее время устанавливается. Вообще все обстоятельства в настоящее время устанавливаются. Мы с удовольствием подробнее дадим какую-то информацию.